Доброго времени суток, друзья. С вами проект Артендер. Меня зовут Дмитрий. Сейчас мы будем готовить шоссет с кофейным араратом. Решили использовать необычное сочетание кофейного арарата и мятной рускеалы. Бальзама с оттенком свежести мяты. Шоссет мы будем готовить с вами методом фроулинг. Оп. Спасибо, Тёма. Нам необходимо будет налить 20 мл бальзама мятного, 40 мл кофейного арарата. И еще мы сюда добавим вишневый сок в количестве 40 мл. Оставляем место. Мы будем еще использовать пенку. Но не обычную, а с фенхелем. Мы заранее ее заготовили в кримере. После того, как пена поставила в холодильнике, мы ее тщательно стрясем. Необходимо сбросить лишнее давление. Убедившись в том, что у нас с вами будет равномерно она распределяться по объему бокала. И сверху мы ее просто легким движением наносим на шотсет. Наш шотсет с кофейным араратом, с мятным бальзамом и с вишневым соком готов. А также мы добавили в конце фенхелевую пену. Осталось это дело попробовать. Ну, соответственно, такой шот надо пить залпом. Мне очень нравится тем, что пена кислотная, освежающая. Она оттеняет кофейный, мятный вкус в этом шоте. Поэтому этот вариант идеально подойдет для лета.